Всем привет, ребят. Давно не было у вас видосиков, был немножко занят делами. Вот приехал и решил записать такой видосик. Но не знаю, это скорее всего стёб, наверное, будет на русском сервере, потому что по-другому это не назовешь. В общем, как видите, я пока был в пути немножко, у меня силушка выросла, уже 982к, идем на миллион, потому что обнову я вам уже показал, кроме восьмых кошмарок и возврата роллинга старого. Анимашки, там больше ничего такого толкового нет. Будем проходить подземки уже. 8.1 я смотрел разные вариации, показывал вам видео, то есть непонятно ради чего, конечно, ее проходить, когда у тебя все есть, но будем проходить, пробовать ее на английском сервере, потому что тут больше выбор героев, более лучшие прокачки, потому что на русском я однозначно проходить пока не буду, на китайке, возможно, буду проходить, но сардельки еще рановато. В общем, сегодня у нас полный трэш основательно русского сервера. Там смотрел, кидали посты, вот типа распродажа, мега топ на русском сервере. Идем сразу просто на русский сервер, сразу, чтобы потом уже не разочаровывались вы. У нас будет сегодня обзор скидок, просто тупо обзор скидок плюс... Покажу вам архи, я очень много его бил, не записывал вам видосики, расскажу, какой топовый будет состав на него, что я перепробовал. В общем, магазин скидок на русском сервере. Ну, помимо того, что тут рынка просто, ну, как такового нет, это нельзя назвать рынком. Видите, айриджи пытаются подкупить сардельку, но не получится. Помимо того, что нет, я просто зашел сегодня на рынок и, честно говоря, ну, удивился. Да, тут... Просто посмотрите, ничего себе, минус 30%, две карты за 700, я вам просто даже не так, я вот так открою вам плюшки, чтобы вы просто понимали, 50, 50, это еще куда ни шло, это типа топовые считаются, они продаются, конечно же, за монеты, как видите, за донат. Дальше, 20 этих, значки почета, коробочки, ну... По сути, тут толкового такого, это, наверное, слизни, что самое такое, слизни, книги такое себе, книги и так можно, в принципе, эволюциями, камешки для экономики. Все, больше ничего. Закрываем это, потому что это просто стыдно смотреть, и заходим на нормальный сервер. Да, многие это пишут, это для донатов сервер, но тут играют как донаты, так и без доната, и тут для без доната больше сделано, чем на русском, по сути. На некоторых серверах еще больше. Заходим, ну, заходим, давайте вот сюда просто сразу зайдем. Помимо того, что здесь большой выбор, как видите, и на трату есть. Да, оно дороже будет. На покупку 20 коробок 6000 за 10 долларов, ребят. Ну, это такое. Дальше там такой пак, это уже дальше пошли типа топовые паки. Тут вы можете собрать Розалинду за 300, да, там плюс сумок полно, даже может за 2 пака вы можете ее собрать, кучу всего. Огнекрыл сотку можно за 60 собрать, ну, в общем, намного дешевле все. Как видите, скины на героя, ну, это такое. Самое основное у нас будет сейчас вот здесь, это вот этот магазин. Просто я зашел. Смотрите, выбил 40%, я ехал. Посмотрите внимательно на то, что здесь продают. Вот так вот зайдем. В два раза больше итемов. Намного больше плюшек. Да, оно дороже в два раза. Донат в два раза дороже на, здесь, на этом сервере. В два, ребят. Но плюшек, как видите, дают в разы больше. И топовые плюшки, да, там слизни, это в 4 раза больше. Цена та же самая, по сути. Сейчас посмотрим. А, нет, тут дороже. Ну, тут 200. Даже если так взять, все равно это дешевле получается. Но это не основное. Основное то, что продают за самоцветы. Опять же, руны топовые. Я вот их понабирал уже. Скоро девятки, скорее всего, откроют. Поэтому надо тариться. И, ребят, 100 фиолетовых яиц за... Ну, со скидкой, я так за 5к сам. Но я думаю, это нормальная цена. Надо в любом случае забирать. 600 камней за 6. Вот так вот. То есть вы можете себе набрать все, что хотите. То есть для бездоната, если повезет, это уже не первый раз. Вот 10 смен 1000, да, там можно выбить скидку.
10%, вот 50%, да, опять же забрали, уже 1200 камней забрали. Ну, это такое, можно забирать, не забирать, мне оно по сути не надо. Поехали дальше. Посмотрим еще, что здесь есть. Опять же, смотрите, яйца, руны. Оп, выбили скидочку. В любом случае, это будет дешевле. Опять набрали яиц. Ну, их надо набирать, мне кажется, скоро будут открывать следующие эти левела. Скорее всего, следующие обновы левела и девятые. Ну, в принципе, можно и за 5к забрать. Что такое 5к? Так, опять кристаллы, яйца. Сейчас просто посмотрим, сколько я всего здесь получу. Да, я сейчас, получается, с донатом это все перекручиваю. Но опять же, без доната здесь тоже везет, и можно нормальные темки получить. Мне больше всего нужны красные кристаллы для прокачки. В общем, вот так вот. 304-х. Топовые питомцы, ну, скажем так, не топовые, но нужные за самоцветы. Не надо доната. Ой, вообще отлично. В принципе, мне яйца тоже особо не нужны, хотя если будет этот... Придется, я больше за камнями охочусь. Ну, то есть вот так вот, вы видите уже явную разницу. Еще раз доказательство того, почему лучше, допустим, если у вас есть возможность там доната, либо нету возможности, почему начать лучше ак. Многие забрасывают русский сервер, потому что, ну, честно говоря, ну, да, он трешовый, не спорю, он хороший там в плане хардкора, но... Если вы хотите получать удовольствие от игры, чего мы в последнее время вообще от нее не получаем, по сути, потому что у нас вечно как ни обнова, то какую-то фигню добавят. Но эта обнова будет топовая завтра, поэтому это единственная обнова, наверное, которая понравилась всем. Потому что не надо ничего качать. Потому что в предыдущей было два героя, непонятно сколько будет следующий. Так, нету. Сейчас просто ради интереса посмотрим, что у нас получится. Посмотрите, руны продают. Ну, все сделано. Кому как, конечно, повезет, но все правильно сделано. Почему такого нельзя сделать на русском хотя бы один раз? Боятся, что на русском сервере прокачаются быстро. Так, у нас не хватает уже. Ну, смысла дальше нету. Давайте скидку выбьем. О, смотрите как. Минус 80%. Скажите, что не чудесно. Чудесно просто. Давайте уже это заберем. Все равно нам уже больше не выпадет скидки. А вот еще камешки. Вот так вот, ребятушки. Вот такой вот трешачок. Сейчас поехали, покажу вам архидемона, расскажу, потом уже прокачаю силу. Так, смотрите. Я вот занял второе место, и причем с первой попытки, на третье меня уже чуть-чуть перекинули, плюс-минус. Это все одна секунда решает. У меня было 6-7 попыток. Пробовал разные составы, думал, что, как, в итоге пришел к одному составу. Сейчас расскажу конкретно, кого я еще использовал. Соберу этот состав. У меня там герои вроде собраны, я их не менял. И запущу. Стрелок. И опять же, плюс-минус рандом там бывает 300, ну то есть 300-400. 100-200, по-разному набивает. В общем, вот такой вот состав. Пробовал, менял огника, убирал отсюда. Давайте так через инвентарь покажу. Было более наглядно. Так,
Имка вот такая вот. Раз. Укротитель. Ну, то есть все собрано рунами. Максимальные руны на урон собраны. 20-е прорывы. Пробовал. Давайте вам этот состав покажу и расскажу потом, кого вместо кого брал. Пробовал. Тыковка. Так, тыковка, тыковка. Стрелок. У всех пиромахи стоят, то есть он, думаю, этого и вот прокачал огника. Вот это этот состав самый топовый, я с ним набил больше всего урона там, но опять же, я пробовал с ним 3 или 4 раза, все время рандом, меньше 200, 300, 400 тысяч, в основном 400, ну 400, а получается 5 архи и 400 миллионов. Показываю, что я пробовал. Убирал я огника, пробовал с Фреей. Набивал 5 там, 5-100. То есть вот такую вот Фрею использовал вместо огнекрыла. Пробовал, убирал, сердцеедку ставил. Тоже неплохо, не заряжается. Вот такая вот сердцеедка. Вместо огника тоже можно набивать. Пробовал воодушку ставить тыкве. Получается тоже неплохо, но не дотягивает. То есть вот то, что я вам показал, это самый оптимальный вариант на этого архидемона. Этот архидемон призывает монстров и имеет ну, большой урон, то есть топор. Вот такой вот состав. Не знаю, сейчас попробуем отсюда запустить его. Солюсь, не солюсь, смотрителя нет. Начинаем, стартуем с огника и выкидываем всех. Вот раз и выбросили всех. Можете там даже защиту кинуть. Все. И дальше у вас идет уже рандомчик. То есть набор. Постепенно оно набирает. Возможно, надо будет попробовать загреть на тыковку. Но это не вариант. То есть загреть на тыковку, скорее всего, что разгона не будет. Хотя может и будет, смотря как сработают все. В общем, надо будет еще когда-то попробовать на тыковку. Ну, такой вот вариант. Это 5 миллионов там. 5,4. Это стабильно у меня было. Но бывало и рандомно 5,3. Все зависит от того, как пойдет. То есть тут нельзя сейчас сказать, что вот на архи это самый топовый состав. Самый топовый состав набивает рандом. Вот первый архи заканчивается 2.19. Было один раз 2, вот самый первый, 2.21. Соответственно, у меня было плюс 2 секунды, я набил там плюс 100 миллионов больше. Так в основном сейчас увидите, сколько набивается. То есть вот это самый оптимальный вариант для такого архи. Можно разные составы, можно менять там расколы ставить и прочее, но это самое топовое. То есть это если вы хотите уже максимум там выбивать, то ставите эмблемы смотрителей и такой состав. Можно другие составы, которые я показал, они будут с Фрейей, был 4.8, то есть 4 и там не хватило 200 миллионов. С сердцеедка и пятерка набивается. То есть такие варианты тоже есть. Опять же, все очень рандомно. То есть тут плюс, ой, плюс-минус у вас может быть. Все зависит от последних секунд. Если у вас останется 15 секунд, вы выйдете в топ. Хотя как-то странно, но знаете, вроде тут 20-е прорывы, но получается не всегда набиваешь так, как хотелось бы. Ну, в общем, вот так вот. Смотрите, 3 уже убил. Даже, не знаю, может даже там 5.2 быть сейчас. То есть, все очень рандомно. Ну, вот этим именно составом я набил больше всего. И причем все по-разному. В основном 5 и 400 миллионов. Сейчас может даже быть меньше. Потому что, видите, опять не успевает почему-то. Возможно, надо агрить на тыковку пробовать. Выкидывать тыковку, потом всех остальных. Может, так будет быстрее, на каких-то пару секунд сэкономит. То есть такой вариант тоже может быть. Но в любом случае тут больше 5 набивается. Но это при том, что здесь все на максимум уже сделано. То есть 20-е прорывы, питомцы максимальные, максимальные там уроны, эмблемки и прочее. Ну, сейчас останется секунд 8, наверное. Даже меньше. Да, 8 секунд. Вот за 8 секунд я фигню сейчас набью. Это 300, может 400. 496. То есть, видите, плюс-минус не хватает 1-2 секунды. Видите, даже успел. Думал, что не успею. Заканчивается вот так вот. В последние минуты мы успели. То есть, такой вот состав...
По поводу акций я вам все показал. Завтра будет обнова. Там снимать в принципе нечего. Буду уже вам снимать прохождение. Пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. Ждите видосиков. Всем удачи. Всем пока. А еще не пока. Смотрите, сколько я героев прокачал уже. У меня там осталось... Сейчас я вам покажу просто с новых героев, кого... Атлантов качал раз. С тех, кого не качал. Лео 2. Купидон 3. Так, кто у нас еще не вкачанный был? Ник 4. Тесса 5. Душек 6. Одер 7, Призрачный 8, Рон 9, Фрэнки 10. Вот тут уже пошли, по-моему, повторки 10. Как я вам показывал. Вот плюс 10 героев. Пишите, кого вы хотите увидеть на обзоре. Мне еще осталось эти основы, которые я играю, вот, докачать вот этих. Вот и, в принципе, дальше уже будем прокачивать следующих Ронинов. Больше никого качать. Может, кого-то солью прокачаю, там просили варлока и прочее. Вот такие вот плюшечки. Думаю, тут даже говорит 900 яиц, ребят. Я в шоке. Все, всем удачи, всем пока.